Всем привет! Вы на канале Game Julia. Сегодня у нас интересные кавайные коробочки, с которыми можно весело играть. В каждой из коробочек помещается много-много фантов или необычных предсказаний и пожеланий. Попробуй поиграть с друзьями. Улыбнись! Чтобы сделать коробочку, возьмем 3 квадрата цветной бумаги размером 12 на 12 сантиметров. Листочек складываем пополам. Разгибаем. И каждую сторону подгибаем к серединке. Одна и вторая. Раскрываем и теперь подгибаем к складке треугольники. Внизу и вверху. Переворачиваем на другую сторону и снова складываем такие же треугольники. С другой стороны подгибаем также. Тут бумага в 2 слоя. Теперь сгибаем большой треугольник вниз и точно так же отогнем второй треугольник вверх. Отгибаем один листок в бок. Переворачиваем на другую сторону и снова подгибаем. Берем заготовку, раскрываем и хорошо проработаем складочки. С одной стороны и точно так же с другой. Здесь все очень легко. Первый модуль готов. Я уже собрала все 3 штуки. Берем один модуль и по центру нужно наметить прорезь. Вот она, примерно 5 сантиметров по длине. Складываем бумагу. Подложим что-то плотное, чтобы не прорезать насквозь. И прорезаем канцелярским ножом. Вот так у меня получилось. Снова собираем фигурку. И нарисуем тут кавайные глазки. Или любую другую веселую мордашку. Черный фломастер. И белые блики корректором. Со щечками будет повеселее. Возвращаем форму в исходное состояние. Теперь берем второй модуль. Их нужно соединить. Просто вставляем угол одного в кармашек другого. Вот так. Лицевая часть коробочки готова. Последний модуль будет вставляться вот сюда. Это будет выдвижной ящичек. А теперь пора заняться содержимым. Я уже нарезала много прямоугольников размером 6,5 на 5 сантиметров. Каждый из них нужно сложить пополам. А теперь собираем их вот таким образом. Вставляем один в другой зигзагом. И следующий. И следующий. Так мне нужно собрать все записки. Прежде чем помещать бумажки в коробочку, можно написать на них фанты, пожелания или предсказания. Я буду писать фанты. Попрыгай на одной ноге 10 раз. Вы можете придумать что угодно. Готовые фанты вставляем в коробочку, причем один листок должен попасть в прорезь. Так, так, почти получилось. И теперь закрываем коробочку, просто плотно задвигаем ящичек.
Вы можете сделать разные по цвету коробочки. Ну что ж, проверим, как это работает. Выдергиваем листочек, и в коробочке уже готов следующий. Каждый вытащенный листочек – это один фант или предсказание. Попробуем? Ну что ж, неплохо. Как-нибудь попробую. Следующий. Сунь палец себе в ухо. Вот это да! Вы можете придумать 1000 таких необычных фантов для своих друзей или близких. Их можно прикольно разыграть на Новый год или в школе на любой другой праздник. Главное, чтобы было весело. Каждая следующая записочка – это новый фант. Их можно разбить по цветам, по темам или писать задания на разные предметы. Главное – вытаскивайте их по очереди, чтобы было интересно. Улыбайся 2 минуты. Вот это по мне! Пустой фант – сам себе придумай задание. Играть всегда весело! Ставь лайк, подписывайся и до новых встреч на канале Game Julia!